Не умел для критики суровой, он вечно тот же, вечно новый. Он звуки бьет, они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые. Все в неге, в пламени любви, как закипевшие лаи, струя и брызги золотые. Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей, там упоительный Россини, Европы балами Орфей. Добрый вечер, дорогие друзья! Я не случайно начала нашу встречу цитатой из Евгения Онегина Пушкина, так как сегодня речь пойдет о великом реформаторе итальянской оперы Джоаккино Россини, чей 230-летний юбилей со дня рождения мы отмечаем в этом году. Если есть в истории момент, когда юмор мог спасти не человека, а целый жанр, то это было в истории оперного искусства, благодаря именно России. Начало 19 века итальянская опера находится в упадке. Опера-серия, или ее еще иначе называли серьезные оперы, перестали быть спектаклями, а превратились лишь в бездушные концерты, оторванные от сюжета, где вокалисты показывали свое вокальное мастерство. В партерах и на балконах делали ставки, кто сегодня отпоет лучше свою арию. Ах, боже мой, как здорово звучал этот ля-бемоль во второй октаве. Итальянская опера могла бы умереть, если бы не юмор. Опера Буффа, комическая опера, становится ведущей в итальянских театрах, при этом успевая совершить революционный переворот. И в центре этого переворота стоит одна персона с очень скверным характером, но прекрасным чувством юмора. Это маэстро Джоаккино Россини. Вот пример нескольких его высказываний. Дайте мне счет из прачечной, и я положу его на музыку. Такую музыку нужно слушать не раз и не два. Но больше одного я раз не могу ее слушать. В течение нашего концерта я неоднократно обращу ваше внимание на его искрометные высказывания о жизни, о музыке и музыкантах. Ну а сейчас мы начинаем наш концерт. В рамках проекта играют преподаватели. Сегодня для вас весь вечер будет звучать музыка Джоаккино Россини. Итак, на сцене Инна Кромвель. Тарантелла. Thank you.
детстве будущее знаменитость Италии не подавало никаких надежд на свое светлое будущее. Несмотря на то, что Россини родился в музыкальной семье, юный Джоаккино избегал всяческой учебы и предпочитал шумные игры на воздухе. Он так и остался малограмотным. Его письма всегда содержательные, остроумные, полны чудовищных грамматических ошибок. Родители настойчиво пытались обучить его семейной профессии. Но напрасное дело, дальше Гам дело не сдвинулось. И тут они решают, но если не музыка, лучше отдать ему в обучение кузнецу. Физическая работа, может быть, ему больше понравится. Через короткое время выяснилось, что кузнечное дело сына трубача и оперной певицы тоже не нравится. Зато он сразу понял, что куда приятнее и легче постукивать по клавишам, чем бал, чем громыхать тяжелым молотом по разным железякам. С Россини происходит приятное преображение. Он как будто бы проснулся и стал прилежно заниматься музыкой. В 14 лет он поступает в Болонский музыкальный лицей, где стал первым учеником, а вскоре даже сравнялся со своими учителями. Однажды он написал музыку целой оперы, прослушав ее всего 2 или 3 раза. Вскоре Россини начал дирижировать оркестром. К этому времени относятся его первые творческие опыты. Это вокальные номера, небольшие произведения для клавира. Заслуги в музыкальном искусстве были оценены по достоинству. В 15 лет он уже был увенчан лаврами Болонской филармонической академии, став таким образом самым молодым академиком Италии. И вновь у нас звучит музыка Россини. Наталья Байкова, за роялем Ирина Гриль. Канцонетта. Аккомпанемент речитатива на более многогранные и подвижные аккомпанементы.
самым сближает арии и речитативы. Реформа даже коснулась и вокальных номеров. Например, арии того времени строились на одном предложении, либо на словосочетании, либо вообще приходили в пропивные слоги. Какого-либо сюжетного развития в арии не было. Главное было показать возможности вокалиста, на что он может. В арии была обязательная каденция. Это то место, где певец показывал как раз свои возможности, возможности диапазона голоса. И что получалось? Чем талантливее был исполнитель, тем длиннее становилась каденция. И, естественно, это затягивало сюжет. Что сделал Гроссини? Он прописал все каденции нотами, то есть нужно было исполнять то, что он написал. И если, конечно же, это кому-то не нравилось, то он тут же говорил, как чудесно могла бы быть эта опера, если б не эти певцы. Ну, им пришлось смириться. На сцене Ирина Грин и военный марш. Thank you.
Thank you.
возможно, чувствовали себя этим самым Фигаро, пытаясь успеть завершить все горящие дела вовремя. Фигаро – главный герой оперы «Сильвийский цирюльник», который не только помог влюбленной парочке быть вместе, но и спас итальянскую оперу от застоя. Опера по сей день ставится на всех ведущих театрах мира и никогда не исчезает из репертуара. Искрящаяся, наполненная прекрасным юмором, запоминающимися персонажами и динамическим действием, стала настоящей жемчужиной в творчестве композитора. Кстати, вот сейчас звучит музыка, это как раз каватина Фигаро из этой оперы. Кстати, опера была написана в течение всего 20 дней. Правда, премьера оперы с треском провалилась. А из-за чего? И это произошло вовсе не из-за материала или из-за исполнения. Причина была деятельность так называемых клакеров. Это те люди, которые могли привести спектакль либо к успеху, либо к его провалу. Зазывали и освистывали всех и вся. А заказчиком клакеров были почитатели творчества композитора Джованни Паэзиэлло, который еще 30 лет назад написал оперу на тот же самый сюжет для пущего эффекта в момент кульминации на сцене вдруг занюхала кошка, что, конечно, сорвало весь спектакль. Россия в ужасе бежал с премьеры, и когда через пару дней состоялась вновь постановка, он даже не присутствовал в зале. За ним прибежал сам импресарио, который еле-еле уговорил прибыть в театр к восторженной публике на поклон. Ну а сейчас прозвучит ария из этой оперы в исполнении Ольги Полухиной и за роялем Людмила Воронкина. Thank you.
в наше время никого не удивляет обилие абсолютно безголосых людей в шоу-бизнесе. Петь, рисовать, сочинять стихи, писать романы, может, кто угодно, и невзирая на степень своей одаренности, выставляет свои плоды творчества на всеобщее обозрение. А, кстати, началось это все еще в 19 веке, как раз во времена большой любви к оперному искусству. Среди исполнителей вторых партий оперы «Кир» в Вавилоне и «Падение Валтасара» Джоаккино Россини была одна певица, абсолютно безголосая. Тщательно проверив все, на что она способна, композитор обнаружил, что прилично звучит в ее исполнении только одна нота си бемоль первой октавы. Недолго думая, композитор написал для нее арию, в которой певице надо было петь лишь эту одну ноту, а весь остальной музыкальный материал был поручен оркестру. Ария «Кто презирает несчастных» так понравилась публике и вызвала бурные аплодисменты. Певица была счастлива и почувствовала себя настоящей звездой. «У меня такого никогда успеха не было», – поразилась она. «Охотно верю», – ответил ей Россини. Еще в самом начале творческой карьеры, в возрасте 18 лет, Джоаккино Россини написал два цикла вариаций для кларнета с оркестром, из которых более известна интродукция и тема с вариацией, которая сейчас как раз прозвучит в исполнении Аэлиты Рохлиной и за роялем Антонина Лодочникова.
поставленный композиторами. Любой венецианский кондольер, баловский купец или римский обыватель мог запросто разразиться арией из его опер. На улице его неизменно окружала толпа, и самые пылкие поклонники норовили даже срезать прядь волос на память. Но вдруг, неожиданно, он перестает сочинять оперы. То ли устал, то ли не принял современные тенденции развития романтизма в музыке. Сам же Россини отвечал: «Ну, зачем мне сочинять на старости лет? Чтобы усталый, состарившийся Россини состязался с молодым?» И еще он что говорил: «Уйти вовремя тоже требует определенной гениальности». Ну так что же все-таки случилось? Что же он делал вторую половину? Ведь прожил он до 76 лет, а тут ему было 37. Бросил все и вышел на Ничего подобного ранее в музыке не случалось. Человек, которому за одни единственные гастроли в Лондоне заплатили 30 000 фунтов, вдруг ставит крест на своей карьере. Это казалось немыслимым. Достигнув вершины в музыкальном творчестве, композитор начинает уверенное восхождение в творчестве кулинарном. Да-да, вы не ослышались. Что касается меня, как сам он говорил, то я не знаю более замечательного занятия, чем еда. Что любовь для сердца, то аппетит для желудка. Желудок – это дирижер, который управляет огромным оркестром наших страстей. Пустой желудок для меня как фагот, который рычит от недовольства. Или флейта пикколо, который выражает свои желания в визгливых тонах. А вот полный желудок – треугольник удовольствия или барабан радости. Есть, любить, пить и переваривать, по правде говоря, это есть четыре действия комической оперы, которую мы называем жизнью. Последним оперным произведением стал Вильгельм Тель, так горячо любимым, например, американским мультипликатором Уолтом Диснеем. Вы наверняка неоднократно слышали эту музыку, если смотрели мультфильмы Уолта Диснея. И сейчас у нас на сцене она тоже прозвучит. Евгений Сачков, Ирина Грин. Отрывок из увертюры к опере «Вильгельм Тель». Ненавидит то, что по-итальянски дают. Пруссия, всегда неуверенная,
мужественницей изо всех сил, чтобы быть Ри королем. Англия на любой вопрос отвечает «ми», «мне». Италия взирает на Рим и Венецию и говорит «ла», «там». Буря, чтоб не стихнуть, хотела бы остановить или соль, солнце. А посреди такой болтовни одна Франция, «фа», что-то делает. На сцене квартет «Сила и Агата». В исполнении прозвучит «Ава Мария». А Элита Ровнина, Александр Ровнин, Зоя Ровнина и Сергей Игнат за роялем Антонина Лодочникова.
повар того времени сказал о России не так. Если этот господин разбирается в музыке так же, как и в еде, он действительно великий композитор. Рассеянный, которому передали эти слова, отозвался: «Похвала, такой не поднимался никто из моих музыкальных критиков». Перестав писать оперы, Россия снова возьмется за перо лишь несколько раз. Он выпустит небольшие альбомы вокальных и инструментальных пьесок под названием «Грехи старости», где увлечение кулинарией не прошло даром. Вот, например, «Четыре закуски и четыре сладости», «Редис», «Анчоусы», «Корнишоны», «Масло», «Сушеный инжир», «Миндаль», «Изюм», «Орехи». Это все название пьес. Вообще его рецепты остались в истории кулинарии как оперы в истории музыки. Изящный салат или пирожные фигаро, многокомпонентные турне до тосты России, цыплята, филе камбалы, яйца пашот, телячьи котлетки и все это а-ля России. Список рецептов получился таким внушительным, что композитор написал целую кулинарную книгу «России и грех обжорства». Ко второму периоду творчества относятся два его произведения: «Маленькая торжественная месса» и «Стабат Матер». «Стабат Матер» — это духовное песнопение на латинском языке, повествующее о страданиях Богоматери у креста распятого сына, исполняется в Страстную пятницу. Современные немецкие критики утверждали, что Россини оно слишком светское, слишком земное для духовной музыки, а вокальные мелодии по оперному широки и распевны. И сейчас мы послушаем фрагмент в исполнении Марии Гершберг и Ирины Гренин. Thank you.
прославилась за свои музыкальные консультации невиданно высокие цены. Однако богатые стареющие дамы с радостью платили требуемую сумму. Россиянин по этому поводу говорил: «Хочешь, не хочешь, а приходит богатеть. Но какова цена? Да деньги они вам платят огромные». «Ах, я не об этом. Что там их деньги? Если бы хоть кто-нибудь знал, какие муки приходится мне терпеть, слушая голоса этих певиц, которые скрипят, будто несмазанные дверные петли». Как-то раз в застольной беседе хороший знакомый рассказал Василию о том, что некий коллекционер собрал коллекцию орудий пыток всех времен и народов. «А было среди этой коллекции фортепиано?» – поинтересовался Василий. «Ну, конечно, нет», – с удивлением отозвался собеседник. «Значит, в детстве его не мучили музыкой», – вздохнул знаменитый композитор. Россини был шутником не только в жизни, но и в музыке. Мало кому известно, что он написал такие популярные в свое время произведения, как «Маленький вальс касторки», «Четыре закуски и четыре десерта», «Прогулка и спаси курбебела», которую следует совершить гомеопатически, или более утоляющие прелюдия для рояля. Ну а сейчас прозвучит дуэт двух кошек на сцене: Виолетта Маслова, Маня Андреасян. Thank you.
вас тоже мы приветствуем на всех театральных сценах Европы. Стендаль отмечал. После смерти Наполеона нашелся еще один человек, о котором все время толкуют повсюду. В Москве, Неаполе, в Лондоне, Вене, в Париже и Калькутте. Характерно, что даже удалившись от творческой деятельности, перестав сочинять, Джоаккино Россини остался своего рода кумиром для современников. По словам Сен-Санса, он и в своем великолепном безделье был окружен большой славой, нежели другие в активной деятельности. Наш концерт подошел к завершению. Благодарю всех, кто был сегодня с нами, и до новых встреч. Спасибо.